Да. Я живу здесь с 91-го года, и дороги всегда оставляли желать лучшего. Если ремонт и был, это просто наведение заплат таких. И вот тот ремонт, который провели здесь, это, конечно, грандиозный ремонт. Пензенцы благодарят за улицу Калинина. Ее, а это около 50 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, привели в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Было обустроено 7 остановочных заездных карманов для общественного транспорта. Сегодня планируем установку вот таких остановочных павильонов. Также было обустроено 9 регулируемых светофорами перекрестков, 9 светофорных объектов в стадии установки. До 1 ноября в областном центре Заречном и Пензенском районе должны привести в порядок в надлежащее состояние 89 километров дорог. 77 уже готовы. На эти цели в 2017-м по программе было выделено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. За ходом работ внимательно следит губернатор Иван Белозерцев. Нужно решить проблему водоотведения. Мы положили хороший сегодня асфальт, хорошее покрытие, дорогое, в надежде на то, что оно нам несколько лет прослужит без капитального ремонта. Но если будет оставаться на дороге вода, особенно-то вы знаете, зимний период, осенний, зимний период, весенний, зимний-весенний период, дороги будут разрушаться. Второе, на что губернатор призывает обратить внимание, это на расширение магистралей. В следующем году работы будут продолжены. В планах отремонтировать уже 108 километров. Об этом говорили на итоговом заседании. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин потребовал привести в порядок как минимум половину дорог в крупных городах к 2018 году. Для этих целей для Пензенской области из федерального бюджета уже выделено 713 миллионов рублей, 730 добавят из региональной казны.